Всем привет, мы на канале 90TV, и мы будем видео про ёжика. Да, сегодня у нас будет видео про ёжика. Сейчас мы выменим этого ёжика из под шкафа сосиской. Сосиской, да, он залез под шкаф и не хочет вылезать. Мы сейчас его купили сосиски и сейчас пойдем его выманивать. Да, мы с тобой. Ух ты, собака твоя. Да подожди ты, собака. Ну что, операция сосиска? Да. Вот, вот сосиска, да. Пытаемся выманить ежика, но он как-то не особо на сосиску соглашается. Да, Вероника? Ну что? Ежик поймали? Достали из-под шкафа наконец-то этого ежа. Это была целая операция такая. Заходи, давай мы его попробуем предложить ему. Вон, я сосисочку положила. Ложи его. Ну-ка, будет кушать? Давайте проверим. Ну-ка, Вером, ты выключай же фонарь, потому что нам не нужен. Ну-ка, тихо, тихо, не мешай. Вероника, выключай фонарь, я говорю. Не там. Куда ты пошел? В игрушки Вероники пошел куда-то. Ёжик, будем кушать. Ну-ка, ёжик, давай-ка мы попробуем дать ему китикет. Я не знаю, будет чуть-чуть. Что мы не знаем, он будет есть такой вообще. Нам нужно наверное. Ёж, он боится, он убегает. А ну-ка, давай поставим ему прямо туда в уголок. На, быстрее неси туда в уголок, ставь, только аккуратно. Может он немножечко покушает? Ёжик! Ну что? Что ты вытворяешь? Ох и Веруня! Так, это пулька, пулька, пулька. У меня не съешь? Ну что, короче, этот ёжик почему-то совсем не хочет кушать нашу еду. Какую? Не сосиску, да, Кассандра? А ну, покажись, Касюня. Здравствуйте, это кошка Кася. Полное имя Кассандра. Очень такая вредная кошатина. Ты куда? Не хочет ни на руках посидеть, ничего, да, Вероника? Отпускаем, что ты. Вер, не надо, они могут подраться. Смотри на ёжика. Лучше не надо. Смотри на ёжика. Вероника, не надо. Ёжика. И он ёжика. Боится тоже этот ёжик, между прочим, эту кошку. Поняла? Отпускай. Иди туда, наверное. О боже, ты сейчас её куда-нибудь... Надо, наверное, этого ёжика собирать и относить обратно, где он... Откуда он у нас взялся? Расскажи, откуда он взялся? Из леса. Из леса. Дедушка пошел на рыбалку, вместо рыбы нам поймал ежика. Да? Тёма его домой принес. Ну, я думаю, его нужно относить, потому что он тут у нас ничего не кушает, жить он у нас тоже не сможет. Его надо вернуть туда, откуда вы его взяли. Давайте отнесем в лес. Давайте. Давайте. Ну, тогда собираемся. Ёжика мы наконец-то достали, посадили в нашу переносочку. И вот сейчас пришли мы в лес. И будем скоро отпускать. Да, отнесем его туда, где Тёма его нашел с дедушкой. Да, ёжик, пойдешь своим деткам? Вдруг это ежиха мама, да? Может, у нее там детки? Кушать ничего она не стала. Поэтому вот мы решили ее не мучать больше. Одну ночь у нас поспала и хватит. Так, ку-ку, шипит? Нет? А то он так шипел немножко. Пописал! Что сделал? Написал! Написал куда? Ну, не страшно. Все помоется, да?
Так, ну мы уже на речке, вон, видите, сейчас мы будем его выпускать, где-то здесь, в этих камышах его поймали, теперь он пусть идет туда, откуда пришел. Ну что, достаю пленника. Ну-ка, он выйдет сам? Или ему надо помогать? Так, Вероника. Вероника, ну-ка, обходи, пусть он там вылазит. Ходи, еж, на свободу. Выходи на свободу. Он немножко боится. Давайте отойдем. Оп, пошел, пошел. Выходит. Где ты? Все, выходит. Отойди. А ну-ка, Веруня, давай тут в стороночке постоим. Подождем. Птички поют, жабки квакают. Что? Выходим. Да давай мы корзинку уберем, он быстрее побежит. Как да. Он не поймет. Думаешь, корзинка ему это сильно нужна? Там? Ускорение придать немножечко. Не, ну палочкой вот тык-тык подтолкнуть. Пусть уползает, пока его кто-нибудь другой не подобрал. Ты пришла. Кого? Стрекозу. А, ну да, тут много стрекозок. Опа, он клубочком скрутился. И все, спрятал мордочку. Говорю, не надо ножка. Так, все, ежик, ползи в свои кустики. Мы уходим. Потому что он стесняется и при нас никуда не уходит. Застыл на месте. Поэтому мы сейчас отойдем подальше. Пока-пока. Всем пока-пока. И подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки на Винска ТВ. Пока!